Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарана Дайам Гопиджано Самаюктам Биндавана Манога Ванча Калпатару Ашьяки Пасинду Бевачу Патитанам Пабуне Бхавишнабхибхьо Намо Нама Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтигирим Ятки Патам Аханг Банди Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кешавасач Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Нароттама Девин Сарасватин Весам Тато Яйо Дире Санкиртане Кришна Кришна Катхопадеше Гаурия Патрасья Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагодварина Дхайям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Битатихам Панотопал Бхавадибутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Бисфуриджита Кимапикапавадушвадарши Пурнанурагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Кадамкипам Кароси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Аджануламбита Бхужау Канука Бодхату Санкитаной Капитару Камала Ятакша Вишам Бару Дижавару Джугадхарма Пало Банде Ягат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайра Бандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вигуши Тавам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пухарам Барана Сипурапати Бхаджави Шанатам Баги Шаджаша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Джасьясте Де Самби Твам Нисингамахам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам
Рам Рам Хари Хари. Кипа Синдху Сушангпурно Сарва Саттопакаракаха Нисприхо Сарватохо Сиддо Сарва Бидда Вишарадаха Сарва Сангсайо Сангсчеттанала Сагуру Рахита. Кипа Синдху Сушангпурно Сарва Саттопакаракаха Нисприхо Сарватохо Сиддо Сарва Бидда Вишарадаха Сарва Сангсайо Сангсчеттанала Сагуру Рахита. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Гошвами Чакур Джагадгуру Пурнатхур. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Гошвами Чакур Прабхупад сказал, что когда мои глаза не хотят видеть ничего материального и когда мои уши не перестанут хотеть видеть что-то материальное и когда мой язык перестанет стремиться ни к чему, кроме просада. И таким образом, когда все мои органы чувств, они откажутся от всего материального, и это правильное положение. И из этого положения мы можем начать харибаджан. Все органы чувств, они находятся под нашим контролем тогда, когда наш ум и все другие наши органы чувств могут находиться под нашим контролем, как какой-то питомец. И тогда все проблемы, они уйдут. Но это не так просто, что обусловленная душа может контролировать свои материальные ум и органы чувств на самом деле без милости Садгуру. Без милости Садгуру это практически невозможно обрести, смочь контролировать ум и органы чувств. Это практически невозможно. Силой мы не можем делать это. Если вы будете силой заставлять ваш ум и тело, то тогда вы увидите только негативный результат. Если вы будете насильно давить на ваш ум и ваши органы чувств, что вы должны контролировать их, то есть пытаться силой что-то делать, в итоге ничего хорошего не будет, поскольку с незапамятных времен обусловленные души, они привыкли к наслаждению. Много раз я говорил в лекциях по дживататве, хотя у дживатмы нет связи с майей, ничего она не делает, не имеет никакой связи с майей, но все же там магическая сила некая есть, это сила майя. И вот эти люди, они могут избавиться от влияния майя, материальной майи. Те, кто предались моим лотосным стопам, но непосредственно нельзя предаться лотосным стопам Бхагавана. Прямо невозможно. Нужно предаваться через Гуру Падпадму. Гуру Падпадма, он подобен такому медиуму, хотя Гуру Падпадма, он изошел из Бхагавана в такой форме, но все же у нас есть особая возможность. Гуру Падпадма явился в этом материальном мире, он возьмет нас и покажет тот трансцендентный мир. И та шлока, с которой начала, она очень важна. Она очень важна, определение гуру-таттвы. Если кто-то хочет узнать подлинное, полное определение гуру-таттвы,
то эта шлока, она идеальна. Она, ее цитирует Санатана Госвами в Хари Бхакти Виласе. И вот Санатан Госвами Пад хочет показать, смотрите на великолепие лотосных стоп Шри Гуру. Кто такой Шри Гуру? Насилие нельзя его контролировать, я уже сказал. И вот мы должны помнить эту шлоку. Ум сравнивается с сумасшедшей лошадью, с бешеной лошадью. Ее нельзя ездить на ней, поскольку если пытаться ее объездить, эта лошадь скинет вас и может легнуть на смерть. Такие сумасшедшие лошади, нельзя их пытаться как-то ездить на них. Если будем пытаться, то противоположный результат получим. И вот те, кто силой пытаются контролировать свои органы чувств и ум, их состояние очень плачевно, они пытаются что-то делать, но ничего не получается. Упайокхидо — это санскритское слово, значит, им надоедает. Они не могут стать успешными. И вот, применяя все эти процедуры, в итоге им надоедает все. И каково их состояние? Их состояние подобно этому кораблю без капитана, который находится в океане. И вот если такой корабль без капитана попадет в шторм, то этот корабль будет в опасности, и в любой момент волна может его опрокинуть и утопить. И также мы похожи на вот на этот корабль без капитана. В этой шлоке описывается состояние души, обусловленной души, что она пытается сделать лучшее, чтобы избавиться от своей обусловленности, но попадает во все большую и большую опасность. Вьясан значит... различные желания, плохие, какие-то негативные вещи в ясу, какие-то дурные привычки. И различные люди можно видеть. И если вайшнав, он смотрит на кого-то, он видит их насквозь. То есть некоторые люди шудры с плохими самскарами. Садхгуру Вайшнава, они не имеют ненависти кому-то, но когда они видят кого-то, они видят сразу самскары тех или иных людей. И некоторые люди, они живут подобно животным, но и не могут избавиться от своих дурных привычек. Для них это очень практически невозможно до тех пор, пока они не начнут совершать гуру-севу идеальным образом, они не смогут избавиться от
своих дурных привычек, и обычно курсово мы не говорим о ней. Мы не говорим об обычной гурусеве. Обычная гурусева — это не то, о чем мы говорим. Это обычная гурусева, ее можно найти везде, на любом базаре. Как на рынке Майавади, так и на рынке так называемых преданных. Тоже можно найти, где гурусева, где Бхагаван, все. Все находится в разных местах. Но смотрите, чистые преданные, если этого чистого преданного разлучить с севой, то он чувствует себя как рыба без воды. Чистый преданный, он никогда не может быть без служения. Если вы попытаетесь забрать севу от преданного, то состояние преданного можно сравнить с состоянием воды, с состоянием рыбы, которую вытащили из воды. И что же чувствует рыба, которую вытащили из воды? Она просто задыхается. И это состояние Шрилы Прабхупады, Гаур-Кишорда с Бабаджи Махараджа, Кешава Госвами Махараджа, Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа. Мы очень удачливы видеть славу этих великих вайшнавов, но все же наша пассивность, она стала такой, что сложно таких людей вытащить из влияния майя. Вайшнавы никогда не хотят делать то, что не поможет им совершать сева. Если мы заняты какими-то материальными вещами и теряем просто свое время, не можем повторять харинам, служить харикатху. И если вот такие люди погружены в майю, то какими-то духовными делами они уже не могут заниматься. И так или иначе, это просад. Это милость майя. И такие люди, они хотят получить милость майя, а не милость вайшнавов. И вот состояние этой дживатмы, которая, не приняв прибежище лотосных стоп чистого садгуру, я много раз повторяю это слово садгуру, садгуру, не приняв прибежища у подлинных у лотосных стоп подлинного садгуру, все, что мы делаем, это бесплодно. Будьте осторожны. Так много определений садгуру я говорю последние года, особенно на английском. Садгуру значит тот, кто на 100% все время занят в Бхагавадсеве. Тот, кто все время занят Бхагавадсевой, не теряет ни момента времени. Он зовется садгуру, который утвердился в своем служении. Много раз ранее я говорил. Та шлока, написанная Шринивасачари. Балаван Адуру, Ясуна Саду Гуру Падамбуджи, Срутой Ропитасу Сасастрой Кришне Бхакти Наджайати. Балаван. Балаван Адуру, Ясуна Саду Гуру Падамбуджи. Балаван Адуру, Джасуна Саду Гуру Падамбуджи, Сутой Рупи Тащо Шастроир, Кришна Инкис. Балаван Адуру, Джасуна Саду Гуру Падамбуджи, interruption should not be there. In between is great aparad. Any time, one fraction of second, any kind of interruption I cannot allow. I can throw outside.
What I approve, you go on. Yes, yes, Bhagavan. Balavan Adaru Yasuna Sad Guru Padam Bhuje Sutoi Ropitaso Sastrai Krishna Bhakti Najayati. Balavan Adaru Yasuna Sad Guru Padam Bhuje. Until and unless you are going to develop a strong affinity, until and unless you are going to develop strong affinity unto the lotus feet of Guru. И вот до тех пор, пока мы не разовьем огромную любовь к лотосным стопам Гурупад Падмы Садгурудева, то до тех пор невозможно обрести Кришна Бхакти. Потому что мы запомним все шастры, у нас хорошая память, но что толку от этого? И вот до тех пор, пока вы не разовьете огромную любовь к лотосным стопам Гурупад Падмы Садгурудева, вы не сможете обрести бхакти, хотя вы можете запомнить все шастры, все остальное. Сегодня день явления моего Гурупад Падмы, Нитилилы Правишитоши Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа. Он Ачарья Кешари, Ачарья, который подобен льву. И сегодня день его явления. Он известен как Ачарья Кешари. Почему мы говорим Ачарья Кешари? Кешари значит лев. Он сравнивается с львом. Почему? Почему он сравнивается с львом? Потому что нельзя найти такого Ачарью в этом материальном мире. Кто протестовал против любой апасиданты? Any siddhanta virod, any problem, any acharan defect, always he's going to protest against that, like lion. Not going to compromise with anybody. Compromise can be done on the ground of mutual seva. Follow. И вот он никогда не шел ни на какие компромиссы, ни с кем. Какие-то люди могут злоупотреблять Сиддханта Шрилы Прабхупады. Они думают, что они живут короткое время в этом мире, и нужно как-то кооперироваться друг с другом, чтобы совершать служение, но каково значение, то я завтра буду говорить об этом. Так или иначе, один чистый преданный, чистый ачарья, он никогда не идет ни на какие компромиссы с никакой неправильной сиддханта, неправильным ачаруном. А если он идет на компромиссы, это значит, что не следует Шрили Прабхупаде и Бхактивинода Тхакура. За всю жизнь этого великого Махапуруша, Ачарьи Кешари, особенность его, то, что у него огромная любовь к его Гурупад Падме. Он имел огромную любовь к Шрили Бхакти Сиддханте Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупаде. Непостижимое чувство у него было к нему. Вы не можете даже представить, во время Шрилы Прабхупады ему дали служение земельного департамента, и всей землей заведовал Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж, всей землей Чайтанья Матха, все, что связано с ней, все судебные процессы. И вот все вот это вот, все это дело, вот он этим занимался, и
все 24 часа в сутки он совершал служение с великой искренностью. Какие-то люди, они говорили, что Кешава Госвами Махарадж, он из семьи заминдаров, и поэтому дали ему такое материальное служение. Но сева, любая сева, если она подлинная сева, тогда нельзя сказать, что это материальная сева. Если мой Гуру Махарадж укажет мне, чтобы я мыл туалет, это тоже служение. Или подметать храм, это тоже служение. И сева — это слово применимо только к Гуру Вайшнава, Бхагавану, Вишну. Имею в виду всему тому, что связано с Бхагаваном, Вишну. И все это зовется севой. Но сейчас люди, они этот термин сева используют везде. Говорят манав сева, даридра сева, даридра нараяна сева, как эти овцы. Майавади, они очень глупые, они так. Какие-то слова, применимые только к божественному, применяют ко всему подряд. И таким образом они злоупотребляют этим словом, например, служение сева слонам, сева собакам, то сева, но слово неприменимо. И мы не можем применять слово сева к каким-то другим вещам. Я вот рассказывал Даршане Шрилы Бхактипрагьян Кешава Госвами Махараджа, но прежде я расскажу о огромной любви Шрилы Кешава Госвами Махараджа, лотосным стопам Гуру Падмы. И без этого мы не можем обрести силу, поскольку силу мы можем обрести только через Гуру Падму. Гуру Крипа Хи Кевалам, если у нас есть Гуру Крипа, то мы можем совершать сева совершенным образом. Если у нас нет Гуру Крипы, милости Гуру на нас, то тогда мы не можем совершать сева. Можете сами попытаться, и ничего не получится. Если мы наслаждаемся Гуру Крипой, милостью Шри Гуру, то только тогда мы сможем совершать подлинное служение. Люди говорят, что Шрила Кешава Госвами Махарадж, ему дали какое-то материальное служение, но это не так. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж исполнял свои обязанности идеальным образом и с великим вдохновением, что вся собственность Шри Чайтаньи Махапрабху была великолепным образом защищена. И вот можно найти Шрила Кешава Госвами Махарадж сидел под баньяновым деревом в каком-то поле, но вы не знаете, где его ум был в то время. Внешне можно найти Шрила Кешава Госвами Махарадж. Он сидит там под баньяновым деревом, вроде отдыхает. И там была какая-то хижина из бамбука. И вот он смотрел, что происходит, что люди делают. И те, кто нет, платят этих арендные платы, он их как-то мотивировал. Если кто-то не мог аренду за землю оплатить, он просил хотя бы половину дать, либо потом, когда сможет. И таким образом Шрила Кешава Госвами Махарадж собирал эти арендную плату с тех, кому сдавали землю Чайтанья Матха. И вот он и другими вещами занимался, но его ум всегда был у лотосных стоп Шрилы Прабхупады, и никто не знал. И вот однажды один из его братьев Боги проходил мимо того места, Шрила Кешава Госвами Махарадж сидел в этой бамбуковой постройке, и тот, те преданные пошли в Шри Чайтанья Матху и начали жаловаться, что дали это служение в земельном департаменте Винодде, но он очень горд, как мы тут
проходили мимо, он нас видел, но даже не поздоровался, не поклонился, игнорировал нас. И Шрила Прабхупада сказал, что не может так случиться, как не может, вот случилось. И Шрила Прабхупада опять сказал, не может такого случиться. Можете спросить его, и вот когда Шрила Кешава Госвами Махарадж пришел в храм Чайтанья Матхи, люди начали говорить ему, что около двух часов вечера мы мимо проходили, вы видели, нас ничего не сказали. Но Шрила Кешава Госвами Махарадж сказал, я вас никогда не видел, да. Как не видел, поскольку он думал о каких-то других вещах. Он, его ум был занят другими вещами. Он думал о Веданта Сутре, других видах служения. То, что сказал Шрила Прабхупада, наверняка он не видел вас. Если бы он увидел вас, то он бы наверняка выразил вам почтение какое-то. И действительно, как это возможно для человека, который внешне занят какими-то материальными делами в земельном департаменте, но внутри он всегда размышлял о Татва-Вигьяне. Кешава Госвами Махарадж сказал однажды, один из моих братьев Боги, и вот я хочу напомнить вам то, что я слышал от Кешава Госвами Махараджа. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж сказал, что вот один из редакторов Гаудии, он ушел от нас, и он просил меня, о Винат Прабху, вы очень прекрасный ведантист, почему бы вам не написать серию статей по веданте, мы можем опубликовать их в Гаудия Патрике. И вот его несколько раз просили, о, Винода, вы прекрасный ведантист, почему бы вам не написать вот по веданте или по майваде какие-то статьи? И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж, Винода сказал, я попробую, и после этого Шрила Прабхупада, он одобрил. И Шрила Кешава Госвами Махарадж начал писать статьи по веданте, по объяснению веданты, опровержение майявады, жизнь майявады он написал, и серию этих статей, и эти статьи должны были бы быть опубликованы в Гаудии, но Винода ждал и смотрел, что не публикуют их. Почему? И то, что написал Шрила Кешава Госвами Махарадж, Винода, они, несомненно, одобрены Шрилой Прабхупады. А почему не публиковали, никто не знает. И после этого, вот он ждал год где-то, и потом они попросили. И вот Шрила Прабхупада ушел из этого мира тем временем. Этот манускрипт был потерян, никто не знал, куда все делось. И вот эта статья Майявада Дживани куда-то где-то лежала и куда-то пропала, никто не видел. И Шрила Кешава Госвами Махарадж подумал, наверняка это желание Бхагавана, поскольку чистые преданные, они не спорят ни с кем. Как случай я могу сказать, Шрила Прабхупада, когда он написал объяснение вот этой первой шлоки Шримад Бхагаватам, и вот комментарий к этой первой шлоке, он был написан Шрилой Прабхупадой. Шрила Прабхупад, он оставил вместе с Парамананды, поехал в какое-то уединенное место. И вот от Кришнанагара куда-то. И там Виграха Гуру Хари было. И все. И вот Парамананда готовил
предлагал Гуранге, Шрила Прабхупад ел тот просад и писал вот статьи там, я был несколько раз там, минут 40 от Кришнанагара ехать. Это рядом с Хаскали где-то, там, недалеко от границы с Бангладешем. Хаскали – это очень важное место было в то время. Почему оно было важно? Поскольку британская администрация в то время, они построили какой-то офис. В общем, нилчас какой-то, голубой. В общем, что-то. В общем, какую-то выгодную культуру выращивали и, ну, и контролировали это место. На русском так и не понял, что это. Ну, что-то из цвета индиго. И вот Махарадж лет 20 назад был там. И вот суть в том, Шрила Прабхупад, он также был в уединенном месте там, и вот он писал там, он составил первый шлок Бхагаватам, она очень важна, она настолько важна, что внутри этой первой шлоки весь Бхагавата можно найти. Вкратко. Завтра я буду говорить об этом. И вот, написав полностью это Бхагават Шлоку Джанма Дасья, Шрила Прабхупад, он записал все и оставил в одном месте, а с утра не нашел, куда это все пропало. И Шрила Прабхупад удивился, куда все пропало, кто забрал. Никого не было, но так и не нашел. И тогда Шрила Прабхупад подумал, может, это желание Бхагавана Гуру Сундара. И опять Шрила Прабхупад начал писать. Он столько энергии потратил месяц за месяцем, он писал это все, потом эта рукопись пропала куда-то. Шрила Прабхупад подумал, что это может желание Бхагавана, и потом, когда он почти закончил, он увидел. И вот этот крыса утащила. Увидели, что валяется где-то. Ну, в общем, увидели, что крыса это тащит. И Шрила Кешав Госвами Махарадж также не потерял своего терпения. Может, ты куда-то пропал. И вот Шрила Кешав Госвами Махарадж сказал, я удивляюсь. После того, как Шрила Прабхупад ушел, я отправился в Чампахати, в храм Гуру Гададхара. И так я был в доме того преданного, и там я нашел свой манускрипт там. Через 20 лет. В общем, он обнаружился через 20 лет. Это его манускрипт, этот рукопись. И вот он, и потом, как он нашел эту рукопись, он начал публиковать статьи в журнале Девананда Гаудия Патрика, а потом книгу опубликовали о жизнеописании Майявады. И таким образом, когда бы мы не обсуждали о каком-то вайшнаве, мы мы заинтересованы обсудить его Вани Сварупу.
Поскольку Вани Сварупа, она очень важна. Вани Сварупа может... Вани Сварупа может открыть подлинные качества Вайшнава. Если я буду обсуждать, что этот Вайшнав родился там, здесь, что он родился там, женился там и прочее, прочее, я, конечно, могу говорить об этом. Но гораздо более важно, если я буду говорить о Сиддханте. До тех пор, пока вы не обнаружите качество, если вы будете прославлять Шрилу Кешава Госвами Махараджа, и если я буду прославлять Шрилу Кешава Госвами Махараджа, я, несомненно, буду прославлять Шрилу Прабхупаду. Я очень уверен, если я буду прославлять Шрилу Кешава Госвами Махараджа, то, несомненно, это будет слава Шриле Прабхупаде, поскольку они гуру и ученик. Ученик, тот, кто полностью слился с Гурудевом. Когда мы говорим, что кто-то Шрила Кешава Госвами Махарадж, то мы увидим, что Кешава Госвами Махарадж находится у лотосных стоп Шрилы Прабхупады, гуру Шишья. Благодаря своей огромной любви к гуру и Шишья, это одна татва. Как Адвайгьян Татва, это Бхагаван, его преданные, Дама, Нама, все параферналии. Если мы будем поклоняться Гуру Падме, если в то же самое время, если мы будем оскорблять Гуру Севака, то и вот сегодня, если я поклоняюсь Кешава Госвами Махараджу, и если я оскорбляю Вамана Госвами Махараджу, то моя пуджа, она незавершенная. И вот, когда мы говорим, что Бхагаваттатва, Адвайгьян Татва, Бхагаваттатва значит Бхагаван, имя Бхагавана, его качество, Дама, Нама, все полностью. И это зовется полная Бхагаваттатва. И таким образом, Гурутатва значит Гурудев и те, кто по-настоящему служит Гурудеву. Те, кто приняли прибежище лотосных стоп Гурупад Падме ради своего блага, я не говорю, что они гуру севаки. Гуру севак, мы уже опубликовали эту статью. Слуга Гурупад Падме, он уважаем мною. Но те, кто злоупотребляют славой Гурупад Падме, мы не можем прославлять их. Понимаете? Это невозможно. И вот, если я прославляю Шрилу Кешава Госвами Махараджа, то, несомненно, скрыто я прославляю Шрилу Прабхупаду, поскольку вся сила исходит от Шрилы Прабхупады. И таким образом, Шрила Кешава Госвами Махарадж, мы обсуждаем Сиддханту Шрилы Кешава Госвами Махараджа, чтобы мы смогли понять Вани Сварупу Шрилы Кешава Госвами Махараджа. Особенность Шрилы Кешава Госвами Махараджа, его особенность, его учение, его качество в том, что он пишет о своей Сиддханте, своем учении уникальным образом. Все это настолько уникально, что мы не можем найти такую особость силы его наследия. Any minimum Siddhanta Vichara, minimum, if there is any mistake. Шрила Кешава Госвами Махарадж никогда не шел ни на какие компромиссы, ни с какими неточностями, ошибками и всем остальным.
только среди нашей Гуру Варги. Прабхупада Шрила Кешава Госвами Махарадж. Он всегда протестовал против какой-то неправильной сиддханты. Все, конечно, протестовали, но таким образом, как это делал Шрила Кешава Госвами Махарадж, я даже слышал от старших преданных Шрила Кешава Госвами Махараджа. Он говорил, Махарадж, вы написали книгу по этим защите коров, но Гуру Махарадж 50 или 60 лет назад, он уже тоже написал такую книгу против убийства коров. И в то время тоже правительство хотело как-то ограничить саду, и Кешава Госвами Махарадж тоже протестовал против этого. And their behavior. Kesava Goswami protests against it. So many. There is Siddhanta Virat from main place. That time Murshidabad was that. That time Murshidabad was the top most place. Известным местом, откуда all different Gaudiya books and publication used to be. Because that was the где публиковалась вся литература Гауди. В то время по могуществу Раджи Махиндра Чандарая, там он поставил печатный пресс, и вот, в общем, там типография у него была. В то время редкость была, и вот в Мурсидабаде только была у этого Раджи. They are going to write wrong Siddhanta, Kesava Goswami are writing. This is everywhere. И вот таким образом везде, где нет, везде Шрила Кешава Госвами Махарадж он протестовал. Поскольку Siddhanta была в том. It is the top, it is the Siddhanta Vichar. Чтобы защищать сампрадаю. И вот, когда Шрила Прабхупад ушел, Шрила Кешава Госвами Махарадж думал, как же защитить сампрадаю. Это наилучшее служение. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж, он выбрал такой путь. Я могу совершать Вани Сева, поскольку Вани Сева, она была принята, широко принята Шрила Прабхупада, это была Брихатмриданга, и вот Шрила Кешава Госвами Махарадж решил, что я буду совершать Ванисеву таким масштабным образом. Но когда Шрила Прабхупад ушел, все почти развалилось, но это была воля Йогамайи, а не Махамайи. Если кто-то думает, что это воля Махамайи, то это оскорбительно. И вот по воле Йогамайи вся наша Гурварга, они разделились, и благодаря этому возможно стала широкая проповедь. И также есть такая сиддханта, что два льва, они не могут находиться в одном месте. Два льва никогда не могут находиться вместе. Один лев живет в одном месте, а другой где-то в другом. А чтобы два льва там в одной пещере жили, такого невозможно. И также наши Гурварга, они все подобны львам. Они все открыли Гаудия Матхи, и широкая проповедь стала возможна таким образом. Внешне можно найти, что это влияние Махамайи, но это не так, как в случае с Парикет Махараджем, если сказать, что Парикет Махарадж, он что, с ума сошел? Что он несет и что творит? Он великий преданный, как он смог оскорбить саду? Как это было возможно для Парикет Махараджа? Чтобы взять и мертвую змею надеть на шею Самик Муни. Хотя Парикет Махарадж, он великий преданный. О Парикет Махараджи в Бхагаватам говорится Эшо Маха Бхагаватаха.
Вы знаете, кто такой Махабхагават? Такой великая личность, которая всегда занята служением. И как это возможно было для Парикшит Махараджа, чтобы взять эту мертвую змею и надеть на шею Самик Муни? Кто-то такой комментарий. И вот кто-то комментировал из-за того, что Парикшит Махарадж носил золотую корону. И вот Парикшит Махарадж, он одобрил Кали, чтобы тот находился в золоте. То есть он одобрил место для Кали, чтобы тот смог жить там, где золото. И вот говорят, что из-за того, что корона была из золота, поэтому он так с ума сошел. Но это неправильно, это ложно. Разве может так быть, если золотая корона на голове Парикшит Махараджи была из Махабхагавата? Он потеряет терпение, раз он перестанет быть вайшнавом. Как, например, Шрила Прабхупад, если она окажется в Нью-Йорке или в Риме где-нибудь. Рим – дорогой город. Если Шрила Прабхупада где-то поместить там, Шрила Прабхупада, он с ума не сойдет. И это неправильное осуждение. Вайшнав, где бы он ни был, как я могу сказать о Бхакти Саранге Госвами Махараджа, как он был в каком-то там воскресном клубе. Я впоследствии буду говорить на день его ухода, он день явления, он вайшнав, но ни в каком виде он не теряет терпения. И вот Парикшит Махарадж, на основе этого, он нас, если мы будем думать, что он совершил ошибку, то это неправильно. И Сиддханта в том, что это было сделано по желанию Бхагавана. Для проповеди, широкой проповеди Бхагавад-дхармы. И вот это сделано было Бхагаван Йогамайя, поскольку корона на голове Парикшит Махараджа — это та корона, которую носил Юдхиштхира Махарадж, и та же корона, которой пользовался Джарасандха. А Джарасандха, он носил эту корону на своей голове. И вот когда тот был побежден, убит, эта корона была Кришной забрана. У него Кришна прикоснулся своими руками к ней, и во время Абхишеки Раджасуи Яги Кришна предложил эту корону на голову Юдхиштхира Махараджа. И вот смотрите, корона, которую прикоснулся сам Кришна, разве может быть там какая-то Кали или какая-то Майя? То есть это, этот вариант полностью неправильный. И таким образом мы можем найти причину, почему Парикшит Махарадж вынужден был действовать таким образом. Если Парикшит Махарадж специально бы это сделал, например, Парикшит Махарадж специально что-то сделал, то тогда как это возможно, что через часть секунды после совершения этой ошибки он подумал, почему я так сделал, это ж неправильно. И вот тот же Парикшит Махарадж, смотрите, он когда это сделал, он начал жалеть сразу же. И вот когда Парикшит Махарадж вернулся в свое царство, и тогда Парикшит Махарадж, он получил послание, что сын Самик Муни проклял его, и в течение недели, в течение 7 дней, он обречен на смерть. И когда эта опасная новость была услышана Парикшитом, Парикшит был очень счастлив, он сказал: да, это должное наказание для меня, я совершил оскорбление, и
я получил достойное наказание. Парикет Махарадж сказал: «Очень хорошо, я получил такое наказание». Шрингириши. Шринги. Сын Самих Махараджа, он был проклят и пришел посланник, чтобы передать это послание. Парикшит Махараджа, о царе, тебя прокляли, что ты в течение недели обречен на смерть. Парикшит Махарадж обрадовался: очень хорошо, прекрасное наказание, я буду достойно наказан за мое оскорбление. Это достойное наказание для меня. И таким образом мы не должны объяснять неправильно, что Шрила Кеша Госвами Махарадж был отдельно, Госвами Махарадж отдельно, Шанта Махарадж отдельно, что все разбежались. Это не так. Но в итоге Шрила Кеша Госвами Махарадж сейчас все преданные. У всех преданных более-менее есть какие-то деньги. А в нашей жизни я видел, как прекрасно совершать баджан без копейки денег. И что говорить о Гурваге, моему Гуру Падпадме, Шрила Кешава Госвами Махараджа, что говорить о них. Шрила Кешава Госвами Махарадж, он был главным лидером. И вот Кешава Госвами Махарадж, Шинадар Госвами Махарадж, хотя у Кешава Госвами Махараджа нет юридического образования, но все же он всегда выигрывал суда. Шинадар Махарадж, он этим баристером был, адвокатом. И И вот слушание в суде было. И вот Кешава Госвами Махарадж, он и Шридхар Госвами Махарадж, они вели это дело. И в итоге все, что Шрила Кешава Госвами Махарадж, он раньше был Винода и потом принял саньяс от Шридхара Госвами Махараджа. И вот во время того конкретного судебного процесса он еще не был саньяси, но впоследствии принял, и все эти юридические заморочки. И в общем, Кешава Госвами Махарадж занимался этим, а Бхактивиньян Бхарати Махарадж относил это все Шридхару Махараджу, чтобы тот проверил и исправил, если что не так. И вот это судебное дело шло. Judge, that we are going to obey Prabhupada. Who told we are not going to obey Prabhupada? Who told that we are not going to? Их противники заявили, что они перед судом заявили, что они все следуют Шриле Прабхупаде. Кто там сказал, что они следуют? Но по факту они ничему не следовали, но как только они обнаружили, что из-за того, что они не следует Шриле Прабхупаде, что они проиграют судебное дело, они сразу же все переделали, начали всему следовать, и матх свой переименовали. Это все в одну ночь произошло. Саньясу раздали 20 человекам. До этого заявляли, что саньяси не может быть в Гаудия Матхе, но
когда вот поняли, что проигрывают, все переиграли, раздали саньяси, 20 преданным переименовались, и все правда поменяли. И заявили в суде, что, что всему следует уже. Но Бхарати Махарадж однажды сказал Кешава Госвами Махараджу: «О Махарадж, вы так много энергии посвятили и денег потратили, и в итоге мы побеждены в суде». Ну, в смысле, половину собственности они получили, только они все. Но Шрила Кешава Госвами Махарадж строго сказал: кто сказал, что мы побеждены? Как? Но вот суд вынес решение против нас. Нет. На самом деле, они побеждены. Мы, а как это? Поскольку, смотри, они побеждены, потому что мы хотели защитить идеализм Шрилы Прабхупады. Мы никогда не хотели выгнать их из Мадха. Наша цель была в том, чтобы они не нарушали наставления Шрилы Прабхупады. Если они могут следовать идеализму Шрилы Прабхупады, то в этом нет проблем. И вот когда они начали судиться с нами, они нарушали все принципы, а сейчас они все начали следовать всем правилам, предписаниям и идеализму Шрилы Прабхупады. Это наша победа. Внешне выглядит, что мы проиграли суд, но по факту мы победили. И Бхарати Махарадж сказал, что Шрила Кешава Госвами Махарадж говорил так. Бхарати Махарадж, он тоже много времени потратил на этот процесс. Он записывал все, относил, приносил, вот такое служение совершал. Махарадж повторяет то, что хотя внешне выглядит, что мы проиграли, но по факту мы победили, поскольку наша цель была утвердить идеализм Шрилы Прабхупады, мы добились этого, и таким образом, если мы потеряли какую-то землю, здание, это не столь важно, но, по крайней мере, эти люди начали, вынуждены были следовать идеализму Шрилы Прабхупады. Вначале не отказались от него, но сейчас приняли, это зовется подлинная победа. Никто из наших Гуру Варги не написал так много о Веданте. Никто из наших Гуру Варги не написал так много о Веданте таким прекрасным образом. Если мы попытаемся понять, очень сложно, все запутано, весь этот Веданта Вичара, как Шрила Кешава Госвами Махарадж разгромил всю эту Майаваду. Несколько статей я могу обсудить, когда будет время. Вани Вайбав, я люблю Вани Вайбав из учения Гуру Вайшнавов. Если Вани Вайбав учение нашей Гурваги, оно защищено, то все остальное тоже защищено. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж, он очень важная фигура в моей жизни. Шрила Кешава Госвами Махарадж, великая, он мой гуру. Когда Шрила Кешава Госвами Махарадж решил продолжать миссию Гуранги Махапрабху, поскольку Шрила Кешава Госвами Махарадж сказал, мы знаем, что по милости Шрилы Прабхупады это наилучшее служение. Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, по милости Шрилы Прабхупады, мы знаем, что наивысшее служение Сампрадая — это защищать учение Сампрадая, это служение Гуранги Махапрабху, защищать учение
наши сампрадаи. Я буду совершать это служение. Если нет денег, то не такая проблема. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж решил снять одно помещение. И вот они сняли какое-то помещение рядом с Гауди Миссией. Это Махарадж там родился совсем рядом с Гауди Миссией. И вот там очень важное место на том берегу, ну, в общем, через дорогу буквально. И вот в том, в этом арендованном помещении он основал Гауди Веданта Самити в день Акшая Трития Тирхи. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж начал свою миссию там, в этом арендованном доме. И таким образом, и не было денег у них, и Шрила Кешава Госвами Махарадж как-то что-то организовал и начал публиковать эту Гауди Патрику. Это в 1947 году где-то было, точно не помню, примерно в те годы. И тогда Шрила Кешава Госвами Махарадж начал публиковать Гауди Патрику, проповедовал, хотя не было денег. Однажды внешне можно видеть какие-то бедные люди, но нет, это лила Гурваги. Однажды кто-то из его гурваги пришли, чтобы встретиться с Шрила Кешава Госвами Махараджи. Тем временем он уже принял саньясу. Это был день Экадаши. Шрила Кешава Госвами Махарадж думал, что сегодня день Экадаши. Мой брат Боги придет около 10 утра, и я не могу его отпустить, не накормив. Но фруктов нету, на что их купить. И как я могу фрукты и цветы купить, чтобы это все поднести? Но в то же самое время не могу его голодным отпустить. Особенно в этот день Экадаши. Вот что же делать? И вот он думал. И вот говорил с этим братом Боги. И думал о том, что вот как же накормить его. И вот он попросил брата Боги, иди пока мойся. И тем временем он увидел какая-то птичка, этот попугай. Он, воробей точнее, он кинул какой-то мешочек маленький, и что там, и звук, как этот мешочек упал, там какой-то металлический звук образовался, и он открыл это, видит, что деньги там, монеты какие-то, причем достаточно большое количество денег на месяц, еды хватило. Но в то время на 10 индийских копеек я в своей жизни тоже видел. Вот у Махараджа знакомый был, ему лет 90 было. Он мне говорил, что зарплата была 10 рупий у него всего. Работал на железной дороге. Но 10 рупий вроде не так много, но в то время на 10 рупий не ели. Все, что хотят, ничего, ни в чем себе не отказывали, еще половина оставалось. То есть 10 рупий достаточно много было в то время. А сейчас просто в туалете пописать 10 рупий просят. И вот так деньги обесценились. И вот человек Кешава Госвами Махарадж, он начал плакать. И, видя милость Верховного Господа, о Господь,
никогда мы не можем потерять веру в Тебя, это Твоя милость. И вот он пошел на рынок, купил фруктов и других подношений, и вот организовали пир в честь этого. И вот таким образом Бхагаван, он помогал ему все время, и после этого он обрел возможность И вот в Чучуре ему отдали храм в Чучуре Чандан-нагар. Это достаточно древнее место во время британской администрации. Очень важное место было там, они... Ну, в общем, это на берегу Ганги, там какой-то британская администрация находилась. Что-то они там контролировали, и вот таким образом он взял на себя этот храм, которому поклонялся Шривас Пандит. И это там Горнита Вигаха там было, я там был. И это было прекрасное место, и Шрила Кеша Госвами Махарадж проповедовал в том месте, и те хулиганы, жившие поблизости, я удивляюсь, как возможно для такого саду, такой великий саду, и в то же самое время очень мягкое сердце у него, и может также бороться с хулиганами, которые там проживали. Эти хулиганы приходили с ножами, обещали убить. И вот Шрила Кеша Госвами Махарадж, он говорил, пускай пытаются что-то делать, но из храма не выходите, я здесь, Бхагаван с нами. И вот эти хулиганы, храм закрыт, они пытались как-то перелезть через забор. В общем, по водопроводу, по трубам пытались залезть. И вот Шрила Кешава Госвами сказал, как будут пытаться залезть в храм с крыши по этой водопроводной, по водопроводным трубам, то можно их побить. Для служения Кришне мы можем сделать это. И после этого они... Ну, в общем, начали жаловаться, что на саду там побили. Полиция пришла, начали жаловаться. И вот Шрила Кешава Госвами сказал, не беспокойтесь, я с вами. И вот он в тюрбане. Надел хорошую одежду, взял ришку, поехал в суд и на суде начал рассказывать перед судом. Когда тот начал ругать Кешава Госвами Махараджа, тот сказал, эти саду, они внутри храма, да. Наши саду внутри храма, да. Их ворота закрыты, и как-то возможно было, что те саду побили их, пускай докажут, и автоматически выяснилось, что этот судья выяснил, что эти хулиганы пытались через крышу пролезть в храм, и Шрила Кеша Госвами Махарадж другое дело возбудил по самообороне, что вот они пытались прорваться в храм и вынуждены были защищаться. И вот в итоге эти хулиганы были побиты из-за самообороны. В общем, суд он выиграл. И вот таким образом в Матхуре, в Кешаджи Годи Матхи, если
Что Шрила Кешав Госвами Махарадж сделал. В общем, в Мадхуре там одна мафия. Если вы узнаете об этом, то никаких храмах думать не будете в вашей жизни. И вот, ну, в чем смысле, сколько проблем с этими храмами. Возникают всякие бандиты вокруг, мафия и прочее, прочее. И вот с этими бандитами пришлось сражаться постоянно. Однажды Шрила Кешава Госвами Махарадж говорил на берегу Чучуры Ганги. И вот, Шрила Кешава Госвами Махарадж говорил Харикатху там. И один какой-то демонический человек встал и начал говорить о Махарадж. Что случилось? Почему вы тут в эту Чучуру приехали? Вы саду саньяси, должны были служить, жить, никого не трогать, чего вы сюда приехали? И вот он сказал: Кешава Госвами Махарадж, почему вы приехали в этот город? Город, а вы саньяси, должны в джунглях жить. И Шрила Кешава Госвами Махарадж ответил: хорошо, почему я пришел сюда в Чучуру? Хотите узнать? Да, я обнаружил в лесу много свирепых животных, да, есть такое, а больше свирепых животных в вашей Чучуре живет. И поэтому я пришел. И вот эти свирепые животные в форме джентльменов тут живут. Поэтому я приехал сюда. И такого осуждения моего дети мы тоже можем так заявить. И вот так Шрила Кешава Госвами Махарадж никогда не был побежден. Даже Рамнаран Видяратна в Мурсидабаде. He is the only pandit, great pandit there. He is always editing books. И вот он редактировал книги от имени Раджи Махенту Чандры. У меня тоже несколько книг есть. Ну, сейчас книги состарились, их это... Ну, в общем, книги свои руки взять, они рассыпятся просто. Достаточно старые. Вот Шрила Кешава Госвами Махарадж начал говорить: ты пандит. Какой же ты пандит, даже санскрита не знаешь. Как ты смеешь пандитом называться, столько ошибок. И Шрила Кешава Госвами Махарадж, он протестовал против этого. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж, он говорил: и вот Шрила Кешава Госвами Махарадж, он так часто повторил такие слова из Чайтанья Чаритамриты: до тех пор, пока вы не утвердитесь на нейтральном уровне, вы не можете ничего делать. Вы не можете защитить дхарму, что говорить о Бхагавад-дхарме, даже обычную дхарму вы не можете защитить. Вначале вы должны достичь нейтрального уровня. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит, то, что находясь на нейтральном уровне, если я вынужден говорить о Рупе Рагунатхе, о Сиддханте Шрилы Прабхупады, и если весь мир нападет на меня, все же я не беспокоюсь об этом. Если весь мир нападет на меня, но ради защиты учения Шрилы Прабхупады, ради защиты Сиддханты Шрилы Прабхупады и вот этого, и чтобы защитить этот Сиддханта Вичара, если мне придется сражаться со всеми людьми, то все же это очень хорошо. Я тоже могу получить благо от этого сражения, но все же я не отклонись от пути этой Сиддханты.
И такова Сиддханта Шрила Кешава Госвами Махараджа. И всю жизнь мы должны следовать этому. И также сейчас я хочу сказать, что Шрила Кешава Госвами Махарадж, его Сиддханта и все его Гауди Патрики, Деванда Гауди Матхан публикуют эти журналы до сегодняшнего дня. И это очень важная патрика. Патрика — это журнал на Бенгале. Но все же в Гауди Патрике есть особая особенность среди всех. Очень прекрасный журнал, хотя на Бенгале, но все равно там публикуются очень достойные, глубокие статьи. И на Матхуре на хинди публикуется, но вот этот Патрика Девананда Гауди Матха, она лучшая среди всех, никто не превзошел ее еще. То какие статьи там публикуются, с какой глубокой философией и всем остальным. И так или иначе, Шрила Кешава Госвами Махарадж решил взять землю здесь. Вначале он хотел получить землю здесь вместе с Бхакти Камал Мадхусудан Госвами Махараджем. Он был ученик Шрилы Прабхупады из Бардамана. Из Митхапукура, главного этого города. Но в итоге Бхакти Камал Мадхусудан Махарадж не смог находиться. Он, в общем, уехал. А храм где-то в другом месте построил. Шрила Кешава Госвами Махарадж построил там Девананда Гауди Матх. В Тегури Паре. Адрес Тегури Пара, Девананда Гауди Матх. Сейчас я могу рассказать особенность. Вы будете смеяться, услышав это. И вот Шрила Кешава Госвами Махарадж решил наименовать свой матх Девананда Гауди Матхом. И вот вопрос в том, почему так? Поскольку Девананда Пандит, он был сухой пандит, и Махапрабху хотел забрать Бхагаватам, у него что-то не имеешь права читать Бхагаватам, глупец. И вот Махапрабху сказал, он забрал Бхагаватам от него и сказал, это в том месте произошло, где сейчас Девананда Гауди Матх находится. Вот Махапрабху говорит, забрал Бхагаватам, и в читании Бхагавати это все описывается. Кто дал право читать Бхагаватам? Ты просто какой-то сухой пандит, и он забрал у него Бхагаватам. И там, в этом месте Шрила Кешава Госвами Махарадж наименовал Девананда Гауди Матхом. Вначале Гауди Матх явился и, в общем, по милости Вакрешвара Пандита и Шринивас Пандита, он избавился от своего оскорбления, это Девананда Пандит, и по милости Гуранги Махапрабху он получил возможность служить Вакрешвара Пандиту, кто тоже Гуру Прасад, и так или иначе. Он хотел назвать место Девананда Гауди Матхом. Почему? Первое, потому что если Шрила Кешава Госвами Махарадж думал, если я назову его так, в честь Девананда Пандита, то все будут помнить об оскорблении, которое совершил Девананда Пандит. Все будут помнить, когда они будут повторять Девананда Гауди Матха, они будут помнить, что тот великий пандит такой ошибку совершил, и мы не должны повторять такой ошибки. И второе, он Виграху призвал туда Радха Винод Бихари Варахадев. Бхарати Махарадж очень часто говорил, я также говорю такую Сиддханту, когда вы смотрите на Виграху и кланитесь какой-то Виграхе, которая установлена на нашей Гуру Вагой, то можно понять, что все Виграхи, которые установлены, можно понять, кто
то есть можно видеть, как баджан совершил тот или иной вайшнав, который совершал вайшнав, как Шилапури Госвами, Радха Гопинат, Гуру Гададхара, Шивджи Махарадж, Джаганатх, можно просто понять понятие божества, которым поклоняются в том или ином матхе, можно глубинное значение понять. И вот можно так понять процедуру баджана того или иного конкретного вайшнава. Кешава Госвами Махарадж основал эти варахадев. Почему там? Потому что там кулия. Кулия — то изначальное место, где этот випра, браман, получил даршан варахадева, каладвип, тот, кто появился варахадев. Но это два варахи, черный и белый, этот белый. И вот когда я обсуждаю Бхагаватам, когда этот черный и белый вараха пришли, они разные. Но Сукадев Госвами, он сказал, и Шет Вараха Калпа, и вот как возможно было, что Сукадев Госвами, он говорил о Варахе одновременно, о их обоих, черном и белом. Если я буду говорить об этом, то на главную тему время не останется. И как это возможно, поскольку Хираньяка и Хираньякашипу, когда они родились, они до того творения земля под водой была в то время, и не было Ману еще, как творение сотворилось, и вот Дити, их сын, этот Хираньякша, Хираньякашипу, откуда они появились. И вот он все это говорил. И вот Махарадж тоже об этом говорил в прежних лекциях. И вот мы должны понять настроение Шрилы Кешава Госвами Махараджа. Коладвип, и там. И вот Рада Винод Бихари и Рада Рани и Кришна, они оба белые. Будьте осторожны, это почему они белые. Кришна, он черный, а Рада Рани белые. И поэтому Кешава Госвами Махараджа дал такую сиддханту, что Рада Санга Нивешана. Когда Кришна думал о лотосных стопах Радхарани, когда Кришна он думал о лотосных стопах Радхарани золотого цвета, то он поменял цвет своего тела на ее цвет, и поэтому они оба белого цвета. Кришна изменил цвет своего тела с черного на белый, потому что он размышлял о лотосных стопах Радхарани, поэтому цвет его тела изменился. И таким образом Кешава Госвами Махарадж публиковал различные патрики, протестные эти записки и прочее, прочее. И широко проповедовал. Особенно Шрила Кешава Госвами Махарадж, он хотел открыть храм в день Акшая Трити, когда Махарадж хотел открыть какой-то храм, он всегда, его особенность, он открывал их в день Акшая Трити. И он назвал свое общество Гауди Веданта Самити. Очень прекрасное название. Почему Шрила Кешава Госвами Махарадж назвал именно так? Никто из наших гуруварги не называл так. Kesava Goswami is going to name Gaudiya Vedanta Samiti. Why? Because
только он назвал Гауди Веданту Самити, потому что Шрила Прабхупад всегда говорил, что на Сварупа Госай, он Апракрита Вайдантик, он Гаудия Апракрита Гаудия Вайдантик. Под его руководством мы должны обрести сокровенное учение Шримана Махапрабху. То, что он сказал, taking rest, wasting time. Not that. You have to play your head. Give your life for Gauranga. Not fraction of second you can rest. Мы должны посвятить нашу жизнь Гауранге Махапрабху и не тратить ее зря на какие-то неизменные вещи. Physically they are coming, mentally they are not coming. From heart they are not coming. То есть важно, чтобы мы были с Гуру Вайшнавами в уме. Физически можно быть, но этого мало, нужно с сердцем быть рядом с Гуру Вайшнавами и их учением. И таким образом Гауди Веданта Самити было организовано. И если мы будем поддерживать идеализм Шрилы Кешава Госвами Махараджа, Шридхара Госвами Махараджа, Прабхупада Бхактивинода Тхакура, то тогда мы станем успешными в нашем Гауди Бхаджане, иначе нет. Кипа синдху сусанпурно сарва саттва пукаракаха нисприхо сарватаха сиддхо сарва видда вишарадаха сарва сансайо сансчетта анаса гуру райдха. Any time Кесава Госвами Махарадж, if anybody could В любое время Шрила Кешава Госвами Махарадж, когда задавал какой-то вопрос, какова особенность садгуру, татвавидгуру, любые вопросы, он на любой вопрос он дает достойный ответ, правильный, идеальный ответ. Понимаете? Мы видели много таких случаев в жизни Шрилы Кешава Госвами Махараджа. Кто-то задает вопрос, и Шрила Кешава Госвами Махарадж он всегда отвечает идеальным образом. Я могу несколько примеров привести, как Шрила Кешава Госвами Махарадж он подобен Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупад всегда говорил, что те, кто не полностью посвятивший себя душе лотосным стопам Гауранги, они не могут говорить как огонь, как львы, до тех пор, пока вы не предадитесь полностью лотосным стопам Гауранги. Гауранга, он может защитить нас, делать все для нас. Если мы будем бояться, то если мы что-то скажем, другие нападут на нас, то такие люди не проповедники, а обманщики. Подлинный проповедник, значит, говорит ту же самую сиддханту, то, что мы услышали от нашей Гурварги. И Шрила Кешава Госвами Махарадж, и Шридхара Госвами Махарадж, Мадхав Госвами Махарадж, они отправились однажды в одно место на проповедь Харикатхи. И в первый день, когда было большое собрание людей, Шридхара Госвами Махарадж, он начал отдать слово Кешава Госвами Махараджу. Кешава Госвами Махарадж начал говорить то, что тут одни сапожники сидят, что я могу им сказать, тут люди возмущаться начали, какие мы тут эти, не сапожники, а те, кто, ну, дело с кожей имеют, обувь чинят сапожники, в общем, и, в общем, началось волнение такое, почему, как нас тут оскорбляют. И Шридхара Дев Госвами Махарадж сказал, он сказал, подождите, подождите, нас тут оскорбили, почему вы нас сапожниками назвали, давайте, извиняйтесь, объясняйте. И вот этот Шридхара Махарадж внешне занял сторону аудитории, начал давить на него, что ж нас сапожниками назвал. И вот Шрила Keep, keep
И вот Сидхартха Госвами Махарадж дал дополнительное время. И вот после этого Шрила Кешава Госвами Махарадж объяснил все, и люди поняли, да, действительно, мы сапожники, кожевники, занятые плотью, кровью, всякими материальными вещами, и действительно, он прав. И вот все это собрание было под их контролем все время, когда они проповедовали, и они достигали успеха, поскольку они представляли учение Шрилы Прабхупады. Они всегда говорили о том, что сказал Шрила Прабхупад. И можно видеть, какие-то проповедники говорят не о Шриле Прабхупаде, а какую-то отсебятину, но это не то, к чему мы стремимся. Я однажды слышал того человека, который лично слышал. Шрила Прабхупада однажды сказал, они проповедуют, но не говорят ничто о том, что говорю я. Парват Госвами Махарадж, кто родился в Сванада Сукхада Кунджа, в Гадруме, где Сурабхи Кунджа, там старое здание, за забором буквально, вот там родился и слушал Джавадарму от самого Шрилы Бхактивинода Тхакура там, в том месте, и вот он слышал от Шрилы Прабхупады однажды. Шрила Прабхупад великий сказал, что какие-то такие люди, они проповедуют, но не говорят ничто из того, что я говорю. Ну, какие-то и ученики его, видимо, что очень тяжело им видно. Но о Шриле Кешаве Госвами Махарадже мы не можем так сказать. Он говорит только о том, что сказал Шрила Прабхупад. Он говорит только об его учении. Может, как представление немного отличается, но суть та же. А можно часто видеть каких-то духовных лидеров, они даже не упоминают Шрилу Прабхупаду, только говорят о себе, но их проповедь подобна мусору. И вот это признаки гуру. Это качество гуру, он полон милости. Тот, кто полностью удовлетворен, тот, кто полностью самодостаточен. И тот, кто желает блага всем, он желает принести благо всем. Времени мало, иначе я могу дальше говорить о славе Шрилы Кешава Госвами Махараджа, как он. В общем, в дальнейшем Махарадж запомнил и расскажет дальше. He can go mad. How nice vichar, Kesava Goswami is speaking. Sarva sattva pakaraka for each and every jivatma. Для каждой души Вайшнава они жалеют каждую дживатму. Если не ругают кого-то, это тоже их милость. So many cases. Так много случаев. Шрила Кешава Госвами Махарадж, он позволил, сказал, что приказал своим ученикам, чтобы они постились из-за того, что они приняли просад в каком-то храме, который был против Шрилы Прабхупады. Он сказал, что теперь вам нужно помыть рот мочой коровьей и навозом. Эти люди против Шрилы Прабхупады, как вы смели там что-то есть? И вот так много сиддханты. И вот он также полностью самодостаточен. Это объяснение этой шлоки и Шабде Паречани Снатам Брахмани Упасанасрая.
Вот Махарадж в дальнейшем будет говорить, но сегодня все. I like to stop here with a slok spoken by Srinivasa Acharya. Balavan adaro balavan adaro yasso balavan adaro yasso na sad guru padamuje shrutoi ropita tasho sasafrair krishne bhakti na jatit. What is it you have to memorize? You have to memorize. What is it? Unforget. Cannot remember. What is it? Cannot remember. All forget. So, panchakalpa durvasi ki baat. Balavan adaro yasso na sad guru padambuje surtoir api tasso sasastroir krishne bhakti najayate. Panchakalpa durvasi ki baat. Patitanang pavana bhavishna.